Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы с вами отправимся за камбалой. Погодка сегодня отличная, солнечно, тепло, небольшой ветер. Я надеюсь, нам это не помешает, потому что в сильный ветер вода у нас мутная в заливе. Ну, сейчас, кажется, еще можно нырять. Значит, приехал на нырялку, думаю, что-то я забыл. И забыл кукан. Ну, тут нашел проволоку, сделал такой импровизированный кукан. Вот, поэтому так. Да, вот так, наверное, вот. Чуть пониже сделаю еще, вот так. Сюда буду камбалу насаживать, если она будет. Ну и так плавать. Ну, что поделаешь. Домой ехать далеко, да и не хочется, как говорится. Если приехал, надо нырять. Так, ну что, сейчас ласты, острогу и вперед. Thank you.
наша подводная охота за камбалой подошла к концу. Итог. Ну, для сегодняшней нырялки отлично, я считаю. Значит, что я делаю с камбалой? Я беру, отрезаю вот этот кусочек. Здесь получается чистое мясо. Снимаю шкуру и на сковородочку с маслицем получается вот так. Значит, по нырялке сегодня. По нырялке сегодня плохо. Вода в заливе цветет, на глубине ничего не видно, просто муть. Где глубина чуть метр, чуть больше, вот еще более-менее что-то видно. Но через полчаса, как я залез в воду, поднялась волна. Но она небольшая, но все равно уже стал со дна подниматься песок, муть пошла, и камбалу вообще практически стало не видно. Но, я говорю, что-то хоть настреляли, и меня это, честно, радует. Значит, теперь... Вода у нас не очистится до сентября, это точно, пока не станет холодно. Поэтому приедем теперь, наверное, в следующий раз, когда будет полнейший штиль. Все, дорогие друзья, счастливо. Всем пока, до новых встреч.